19 учащихся средней школы номер 7 Петропавловска пополнили ряды юнармейцев Камчатки. В торжественной церемонии посвящения приняли участие член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания края Валерий Пономарев, начальник штаба движения на Камчатке Константин Третьяков, заместитель начальника Главного управления МЧС России на полуострове Виталий Трухин, а также школьники и родители. Спортивные показатели у вас должны быть на высочайшем уровне, и вы должны достойно всем показывать результаты, потому что спорт — это в вашей жизни будет играть основную роль, и он поможет вам и в учебе тоже. Вы должны также понимать и хорошо знать историю нашей страны, потому что сегодня, вы видите, бывают манипуляции, и историю начинают искажать до неузнаваемости. И, конечно же, история нашей страны состоит из маленьких историй ваших человеческих. Поэтому какая будет история нашей страны, какие будут ваши, в первую очередь, истории жизненные, и такой будет у нас результат нашего Отечества, какая же будет красивая, богатая история нашей страны. Ваша задача – противостоять всей лжи и, конечно же, быть здоровыми, морально-нравственно грамотными, ну, не дай бог, конечно, и готовыми применить действительно все свои знания. Но мы надеемся на вас, вся Россия именно надеется. На сегодняшний день мы великое государство, и на вас задача защитить это все и развить в дальнейшем это все, чтобы дальше мы жили только лучше. Юнармейцы произнесли торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Школьники пообещали соблюдать устав юнармии, быть верными традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины! Быть патриотом, достойным гражданином России! Клянусь! С честью и гордостью нести высокое звание юноармейца! Клянусь! После клятвы Валерий Пономарев, который еще и шествует над отрядом юнармейцев в средней школе номер 7, вручил новым членам молодежного движения удостоверение. После этого ребята официально пополнили ряды юнармии Камчатки. Я решил стать юнармейцем, потому что я считаю, то, что любить свою родину – это очень почетно. То, что каждый человек, где бы он ни был, он должен любить свою страну и уважать всех проживающих людей, в каком-то смысле защищать их, особенно если это мужчина. Мне кажется, это очень интересно, это патриотично, и люди, которые входят в ряды юнармии, они действительно относятся ответственно к своему делу. Очень было волнительно, но я совсем справилась, мы совсем справились. Отдельное спасибо всем тем, кто поздравлял. Добавим, что юнармия – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Его цель – вызвать у современных школьников интерес к истории и географии родной страны, возродить добрые традиции детских и молодежных организаций, которые прививают подрастающему поколению чувство патриотизма.